Всем привет, с вами портал unipark.ru, и сегодня мы подготовили для вас итоги студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин 2020». Есть еще такой фильм «Заводной апельсин», но не будем об этом. Итак, 13 августа в Москве состоялось жюри 25-го международного конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин 2020», организованного журналом «Тара и упаковка» и ГК «Дубль В». Конкурс прошел при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Национальной конфедерации упаковщиков, Ассоциации брендинговых компаний России, Союза дизайнеров России, Научно-образовательного и выставочного центра технология и дизайн упаковки. Так что это не абы какой конкурс, а очень такое мощное явление. И, собственно, результаты-то будут осенью, но мы уже знаем, что есть вот такие вот работы, которые были награждены. И вы их сейчас увидите крупным планом. А, кстати, с полной статьей вы можете всегда на нашем портале ознакомиться. Так что по ссылке в описании пройди, на канал подпишись и в закладочке портал добавь наш, и будешь знать о этих конкурсах. Ну, давайте перейдем на сайт. И вот такой вот сайт. Как уже сказано, итоги будут подведены осенью. Церемония награждения, точнее, будет осенью проходить. Ну, а мы с вами давайте ознакомимся, что же было в 2019 году, потому что я уже посмотрел, и мне понравилось. И, например, тут золото взяла вот такая вот упаковочка для пирогов. Слушай, ну это вообще круто. Да, мне понравилось. Еще больше мне понравилось вот это. Странно, что серебро, потому что вот это вот просто нашло. Смотрите, как прямо вот Италия. Да. Ну и, конечно же, чипсы. Все вы знаете, что из таких вот картонных туб очень сложно чипсы вытряхивать. А тут раз, отломил верхушку, съел чипсы. Как раз можно пальцами достать последнюю чипсинку. Тут съел, отломил, и осталась еще одна такая. Это вообще круто, и тем более можно на целую компанию разделить эту пачку. Креативно. Очень хороший подход. Ну и тут много еще всего, и, конечно же, такая технологичная штука, биокефир. Смотрите, когда он в банке находится, то тут есть мембранная пленка и индикатор, которые позволяют определить, сколько же находится в этой банке сейчас кефира. То есть вот этот уровень, мерная шкала, показывает, сколько кефира. Ну, это прям вообще круто. Теперь это меня уж точно никто, ни один производитель не обманется с тем, что упаковка большая, а кефир где-то там вот на уровне 1000. Нет, я буду смотреть, где 1400. Вот такие вот упаковочки делаются в России, но не только в России, это участвует все СНГ. Ну, в общем, что я могу сказать, это круто. Круто. Дизайн в России развивается быстрее, чем, может быть, какие-то другие отрасли, например, машиностроение или еще что-то, но дизайном мы поднимем все. Как говорится, сначала дизайн и красота, а потом уже и продать проще что-то красивое. В общем, вот такой вот конкурс. Я, если ты дизайнер, я не пойму, почему ты в нем не участвовал, а не участвовал, потому что не знал. А вот теперь ты знаешь, в следующем году можешь принять участие, но на портал наш не забудь подписаться, может быть, тут и твоя работа когда-нибудь будет. Вот тут вот в статьях, в новостях все узнаешь, и можешь вообще посмотреть, у нас много всякого дизайна, и на канале у нас много дизайна, и у нас такие мастодонты просто дизайна представлены на портале, которые постоянно показывают, что они сделали, так что вот ты всегда будешь в курсе и сможешь вдохновляться прямо вот у лучших. Не где-то там, а у лучших. Вот, посмотри, хотя бы взять студию StyleU. Она работает с крупными компаниями, и ты тоже можешь. Так что ты понял, что делать. А на этом все. Прими участие в следующем «Заводном апельсине». Но не в фильме, а в конкурсе. И подпишись, поставь лайк, нажми, напиши, пожалуйста, какой дизайн тебе зашел. Вот из этих вот новичков 2020 года. Мне, честно говоря, вафли понравились. Но выглядит прикольно. И все. До новых встреч.